Аральское море – одно из величайших озер мира. Оно в два раза больше Байкала. Его длина 428, а ширина 284 километра. На Арале множество больших и малых островов. Самые значительные из них – Кук-Арал, Барсакельмес, Возрождение, Муйнак. Две могучие реки Средней Азии – Амударья и Сырдарья – питают своими водами Аральское море. На площади, занятой этим огромным озером, могли бы разместиться такие европейские государства, как Голландия и Бельгия вместе взятые. Аральский порт – ворота моря. Отсюда по воде идут самые различные грузы в Республике Средней Азии. И хотя у причалов порта не швартуются иностранные суда, здесь всегда оживленно. Первый пароход на Аральском море появился более 100 лет назад. Его привезли в разобранном виде на верблюдах. Теперь воды Древнего моря бороздят сотни больших и малых судов. В давние времена Арал именовался Хорезмским озером, но уже в книге Большого чертежа, в первом географическом атласе, его называли Синим морем. Арал-Тенгиз, море островов, зовут его казаки. Своеобразные и живописные берега Аральского моря. На западе они высоки и обрывисты, на востоке низкие, пологие. Пустынная степь окружает море со всех сторон. На сотни километров от его берегов простираются угрюмые, опаленные азиатским солнцем просторы. Арал по-казахски остров. Остров прохладной воды среди безбрежного океана знойной пустыни. К востоку от моря расположено множество соленых озер. Здесь добывается мирабелит, ценное сырье для химической промышленности, и высококачественная поваренная соль. Это рисунки Тараса Григорьевича Шевченко. Он был в числе первых исследователей Аральского моря. Плавал в составе экспедиции лейтенанта Бутакова. Ссыльный поэт, великий сын украинского народа, оставил нам первые зарисовки берегов Арала. Побывал Тарас Шевченко и на острове с необычным названием Барсакельмес. Пойдешь, не вернешься. Далеко в море лежит этот пустынный остров. Теперь здесь заповедник редких животных. Антилопа сайга – одно из немногих животных, оставшихся в нашей фауне со времен мамонта. Когда-то стада сайги встречались не только в Азии, но и на всей территории Европы.
Однако за последние столетия она была почти повсеместно истреблена и считалась большой редкостью. Не в каждом зоопарке можно увидеть это удивительное животное. А на острове их насчитывается более 3000. Дикие куланы появились здесь совсем недавно, но они уже хорошо акклиматизировались и дают потомство. Большинство из них родилось здесь, в заповеднике. Во всем мире сохранились считанные единицы этих животных. На Международной ассамблее по заповедникам куланы объявлены абсолютно охраняемыми. Куланы необычайно пугливые животные, но на острове заповедники они доверчиво относятся к человеку. Дельты рек, камышовые заросли Аральских берегов – настоящее царство пернатых. Сюда на гнездовье прилетает множество разной птицы. Глубина Аральского моря сравнительно невелика. Средняя 16-20 метров, наибольшая 69 метров. Соленость воды втрое меньше, чем в океане. Море богато растительными и животными кормами. Это создает благоприятные условия для существования рыбы. Рыба – главное богатство Арала. Здесь насчитывается около 40 ее видов, в основном промысловых пород.
Аральские рыбаки ежегодно вылавливают до 500 000 центнеров рыбы. Главное место в уловах занимает сазан. По добыче сазана Аральское море стоит на втором месте в Советском Союзе. По добыче леща на третьем. Много вылавливается воблы, усача, жереха и другой рыбы. Годы разрухи к рыбакам Арала обращался за помощью Владимир Ильич Ленин. Ильич просил увеличить добычу рыбы, чтобы помочь голодающему Поволжью. Аральцы с честью выполнили наказ Ильича и с тех пор получают все большие и большие уловы. Рыба Арала – значительный вклад в пищевые запасы страны. В бассейне проводится большая работа по сохранению и пополнению рыбных запасов. Для этого созданы специальные рыборазводные станции. Миллионы мальков ценных промысловых пород ежегодно выпускаются в море. Теперь уже не только традиционно аральские виды рыб населяют Арал. За последние годы здесь акклиматизировано более 10 новых пород промысловых рыб. Белый амур. Он тоже скоро станет постоянным обитателем Аральского моря. Эта рыба питается только растительным кормом. И разведение белого амура в Арале, где много водяных растений, очень важное и нужное дело. Аральское отделение Казахского института ихтиологии и рыбного хозяйства на протяжении многих лет изучает море как среду для обитания рыб, кормовые организмы Арала и самих рыб как объект промысла. Работами института руководит старший научный сотрудник Анатолий Владимирович Володкин. Уровень воды в Арале подвержен постоянным колебаниям. В засушливые годы обнажается дно проток. Высыхают многочисленные озера и поймы в бассейне Аральского моря.
Чтобы увеличить уловы, чтобы больше было ценных промысловых пород рыб, в бассейне моря по семилетнему плану ведутся большие работы. Углубляются протоки между озерами, куда рыба заходит метать икру. Строятся новые нерестилища в дельтах рек и системах крупных озер. Рыбное богатство Арала и его промысловое значение непрерывно возрастает. Наши лесные, рыбные, водные и иные природные ресурсы – великое национальное богатство. Идя к коммунизму, мы должны заботливо охранять природу, разумно по-хозяйски пользоваться ее ресурсами, восстанавливать и умножать богатство наших лесов, рек и морей. Аральское море – чудесный голубой оазис Казахстана. Его богатства принадлежат народу.